Атомный авианосец США зашел во Вьетнам. Визит авианосца происходит по договоренности, которая была достигнута между руководством двух стран в 2017 году и продлится 4 дня. Боевые корабли военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем вошли во вьетнамский порт Дананг. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает Time. Отмечается, что на борту американских кораблей находится 6000 моряков. Визит эскадры кораблей США во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами в рамках отношений всеобъемлющего партнерства. Кроме этого, визит ВМС США будет способствовать поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития во Вьетнаме. Согласно информации, визит авианосца происходит по договоренности, которая была достигнута между руководством двух стран в 2017 году и продлится 4 дня. Издание отмечает, что визит американского авианосца является первым со времен войны во Вьетнаме в 1975 году. Напомним, ранее ВМС США опубликовали видео, на котором показано, как три американских авианосца Ранэл Дрейган, немец Исидор Роузвельт вошли в операционную зону Южной Кореи. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.